И вернемся к трагедии на один из алматинских блокпостов в Алматы. За жизнь еще одного полицейского, пострадавшего в результате наезда, до сих пор борются врачи. А на месте смертельного наезда продолжаются следственные мероприятия. Напомню, сегодня утром в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области произошла авария, в результате которой погибли два сотрудника полиции. Известно, что виновник страшного ДТП в нетрезвом состоянии протаранил заграждение, а затем и патрульную машину. Александра Салмина побывала на месте трагедии и пообщалась с очевидцами. Автомобиль марки BMW мчался с той стороны. Вдруг на пути у пьяного водителя возникла преграда, которая его не остановила. Сначала он врезался в бетонный блок, на котором, кстати, остались следы от бампера. И только представьте, с какой скоростью нужно было ехать, чтобы диски разлетелись на кусочки. Затем он перелетел через ограждение, и уже там произошел смертельный удар. О страшной трагедии напоминают обломки запчастей, огромные пятна масла на земле и то, что осталось от палатки, в которой постовые обычно проверяют документы и разрешения. В этот момент там никого не было. А вот в патрульной машине дежурили двое сотрудников. Фарида Сафарова встает рано, говорит, в 5:30 услышала страшный грохот, как будто взорвалось что-то. Гора пыли была. И удар сильный был. Я когда выбежала, я увидела, что машина... Оттуда я не поняла, она оттуда ехала или отсюда. Там лежал парень молодой, в форме тоже. Сюда прибежала, здесь лежит, и в машине он уже, женщина потрогала, она сказала, что он уже, я не знаю, они сутками здесь стоят, они охраняют нас. И в дождь, и в снег, всегда вежливые. В этой ситуации скорая очень долго ехала, скорой не было. Ребята сами молодые, они растерялись. Чтобы вызволить полицейских, из груды искореженного металла машину пришлось распиливать, говорят очевидцы. Один из стражей порядка, старший лейтенант Жарас Жангазеев, скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Его коллегу сержанта Дастана Абдыканова в крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу. Но он тоже погиб от полученных травм. За жизнь еще одного пострадавшего полицейского до сих пор борются врачи. К медикам он поступил с переломом основания черепа. Когда в него влетел осколок бетонного заграждения, Ербулан Сейдазе стоял с планшетом на своем посту. А вот виновник трагедии отделался легким испугом. Водитель, который допустил наезд, был в нетрезвом состоянии. Водитель остался жив, там получил легкие телесные повреждения. Но в данный момент сейчас проводятся следственные мероприятия, допрашиваются и уточняются все обстоятельства ДТП. Полицейских с дежурства не дождались семьи. У Жараса Жангазиева осталось двое детей. У Дастана Абдыканова маленькая дочь, которой всего месяц. Стражи порядка пообещали поддержать семьи погибших, но это не вернет им родных людей. Отмечу, что это уже второе ДТП здесь. В апреле нетрезвый водитель тоже совершил наезд на этот блокпост. Тогда полицейский получил серьезные травмы. Александра Салмина, Сержан Жумабаев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар 24.